Дорожные знаки на улице Революции 1905 года демонтировали. Напомню, приоритеты в движении определились там после реконструкции дороги. Почти полмесяца водители пытались привыкнуть к нововведениям, но в итоге дорожники решили вернуть все на круги своя. Убрали два знака на подъеме с проспекта 50-летия Октября и со стороны Кирзавода к железнодорожному вокзалу. Теперь там нет ни главной, ни второстепенной дорог. Проезд этого пересечения осуществляется по помехе справа. Это дает тем самым лучшие условия при движении из-под путепровода. Здесь подъем, и здесь условия более такие тяжелые. Как пояснили в администрации, изначально знаки предусмотрели проектировщики. Ориентировались они на интенсивность потока со стороны Кирзавода. Но, взвесив «за» и «против», решили не менять привычный уклад.